Меня видите? Значит, у нас очередная экспедиция. Народу у нас немного, но находки порадовали своим количеством и качеством. Откопали сегодня классный колокол. Зачетный. Редкие, дорогие монеты. Все вы видели. Серебро было. Даже поддельное серебро. Рубль отыскался. Створка от печной, с печатями, с царскими, шикарные. Стекло даже было, с символикой царской. В общем, выход оказался шикарным. Действительно, монеты ведрами собирали. Более 150, наверное, около 200 монет у нас получилось на троих. Так что, приятного просмотра, смотрите видео до конца и обязательно лайк за труды и старания. Если первый раз, то подписывайся. Ну, погнали! Итак, ребята, всем привет! Сегодня у нас очередной выезд. Выехали мы, ребята, пока втроем. Я, со мной Кинг и Денис, Кавказ. В общем, остальные пацаны, если приедут, то Михалыч 100%. Женька у нас что-то приболела, температура. В общем, решили выехать на прошлую деревню, на которой я первый раз приехал. Пацаны меня привезли сюда. Находки здесь, как вы по прошлым видеосюжетам помните, шикарные. Полковой знак пожарная. Вообще шикарная находка. Куча монет было здесь. И мы снова сюда решили вернуться. За бортом у нас жарко. Порядка, наверное, около 40 градусов на солнце. В общем, жарко, очень жарко. И мы днем приехали. Сейчас будем искать шурф. Надеюсь, он нас порадует. Так что пожелайте нам удачи в бою, как говорится. Фундамент будем разрабатывать новый. Сначала подыщем. Вон Денис там уже собрался, ребят. Смотрите, он как этот, весь экипирован. Смотрите, хабарницы на килограмм монет. Всем привет. Потом рюкзачок с чем-то. Да ладно, у тебя обнова, ёж твоя налево. Чё за прибор? Деус. Ребят, Кавказ растет прямо на глазах, ребята. Прям, знаете, прям, ой. Начинал с Аськи, а сейчас уже на Деусе. 4 года Аськой. Красавчик, красавчик. Так что я думаю, сегодня до приезда основной бригады мы что-нибудь отыщем. Фундамент зачетный у нас найдется. И будем подымать, тягать монеты ведрами. Так что пожелайте нам удачи. Так что вперед, погнали. Итак, ребята, можете меня поздравить. Вот на этом вот старом шурфе пацаны его разрабатывали, присыпали как могли. И знаете, просто на отвале, ребята, на отвале. Ох! Ребята, окоп начинается с царской монеты. 3 копейки, 1916 год. В зеленке с охран до домового шурфа. Прям, знаете, такой. Прям почти верховой Аська его подняла. Прям никаких проблем. Прям. Ох, зачет. Аська опережает Деус пока. Ладно, зачет, зачет. Ладно, идем, смотрим. Хожу пока по кустам. Старые фунды прозваниваю. Может быть, новый какой-нибудь найду. Ходим пока по кустам. Итак, ребят, прошелся я по кустам вон от того тополя. Там сейчас вон Аден копает. Какую-то хреновину интересную нашел. Но я не решился подойти, потому что, блин, по кустам прошелся, с себя снял клеща. Смотрю, что-то это. Типа мушки какая-то меня достала, блин, с этой стороны. Блин, проходит еще несколько секунд. Продолжает, ешкин кот. Я смотрю, а у меня на руке клещ ползет. Здоровский такой, шикарный, жирный.
Вот, и побоялся пойти возвращаться к Дэну, который там интересную хреновину, как раз вот сейчас вот он ее в рюкзак ложит. Он, я говорю, возьми в рюкзак, я потом покажу, что ты там интересно откопал. Вот, знаете, и прошелся вот так вот. Думал, вот здесь фундамент, там фундамент. Там, конечно, фундамент есть, но он это, знаете, ковыренный, засыпки так таковой нету, и сопутка хреновая. И я вот смотрю, что-нибудь интересное. Вдоль скошенного поля. Пацаны говорили, здесь находили монетки. И вот, знаете, вот здесь вот как все есть, так оно и есть. Смотрите, слепок остался. Вот он, слепочек. Это размером, ну не знаю, с трешку. Можете датировать монету. Я видел монетку, когда подымал лопату вот так вот. И вон она, смотрите, видите, да? Сейчас наступлю на лопату и достану монету. О, ребята! Это у нас серебро! Уху! Зачет! Первая медь крупная царская и вторая серебруха. Критики, критикуйте, ребята. Подброшена монета. Как можно так сделать, чтобы слепок земли был? И вот. Критики, диванные смотрители, критикуйте. Дизлайки ставьте. Класс. Серебро, кенгуха. Серебро. Вот ради чего надо выезжать. Серебро. Зачет. Ребята, иду смотреть то, что Дэн там поднял. Андрей. Так, печная створка. Печати. Ух ты, бля. Я ж тебе кричал, иди за вас. Смотри. Ну я ж тебе говорил, я клещ, как клеща. Смотрите, ребят, портрет Александра. Здесь какие-то две печати непонятных и еще один силуэт. Блин, вот такая створка рублей 500 стоит, ребят. Я вам отвечаю, такая створка больше в таком виде, ну, я имею в виду это, минимум. Потому что все створки царского времени начинаются от 100 рублей. Хоть они и весят чуть-чуть, вот, но если есть какой-то рисунок, там обычно коняшки, всякие такие силуэты деревенские. Но вот это вот, ребята, стоит куда интереснее, куда больше. Потому что, по-моему, две печати и два царских силуэта. Блин, нет преобразователя. А то можно было бы сейчас почистить, но лучше не стоит. Лучше водой. Михалычу позвонить. Преобразователь взять? Да. Ну, преобразователь, он съедает железо. И он рельеф весь уберет. Вот здесь нужно аккуратно. Стальной щеткой. Хотя можно, наверное. Здесь стальной нет, у меня есть пластиковая. Тут надписи вот. Какие-то. Да, видно. Замочи ее водой прям, пускай водичка в ней будет прям. Ровно поставим. Пусть вода вот здесь вот будет прям. Вещи огонь, ребят. Это лучше, чем мои две монеты. Я вам отвечаю. Меняем две монеты на эту створку. Рублевых? Нет, там трешка, которую ты видел. Я так думал, ты можешь по рублю даже. И двадцатка. Вещь классная, честно говоря. Интересно, кто ценит, оценит эту вещь. Ладно, это вот, ребят, уже стоит. Стоит лайка. Красота. Да, вещь огонь, ребята. Может быть, это единственная находка, которая будет на афише нашего сегодняшнего видео. Плюнь. Два раза. Лучше три. Ладно. Михалыча будем ждать. Он вечером подъедет. Но у нас уже грандиозная находка. Уже. Ребят, ну помимо всего железяки, которую он там нашел, еще нашел вот такую хреновину. И это, ребята, огромные весы были. Я предполагаю, не знаю, такая, знаете, установка прям интересная. Ну тяжелая. Бля, тяжелая, ребята, по металлу нормально. Паяльный, а нет, это не паяльный, это этот какой. Косо отбивать. Так. Кандалы. Вот это примерно не знаю что. Ну, по металлу как-то вот так вот. Чуть-чуть, но все-таки есть. Такая что такое? Тоже какой-то хомутик.
Ладно. Слышите, да, ребят? Да нет, это не как Кинг сладкую косточку грызет, а то, что мы переехали к речке. Речка, река Сок, и она здесь где-то начинает начало. Здесь вообще мелко, по щиколотку, и перейти прям махом. Если кто сморчане знает, река Сок, она как бы широкая, быстротечная, а здесь только русло. Перебрались поближе к водоему. Здесь у нас будет стан, здесь и на ночь останемся. Кинг у меня вон сладкую косточку грызет. Огромное спасибо Михаилу Пучкову, который снабжает нас регулярно сладкими косточками. Вот у него, у Кинга грядет в Москве выставка, так что в понедельник я его отправляю. Надеюсь, будет победа. В общем, к чему я начал, ребят, разговор. Фундамент вот здесь вот, где у нас вот здесь вот за машиной шурфит Денис Кавказец. Он там копеечку на прозапрошлых капах поднял серебром. Вот я вот хочу найти новый фундамент, где-то, наверное, он в тех вон кустах должен быть. Здесь, возможно, была переправа, потому что, ну, похоже на переправу, может быть. И сейчас беру ваниш, который, между прочим, сегодня еще находки не откопал. Аська 250-я трешка откопала и серебрушка 20-ка. Ваниш пока ничего не откопал. Вот, в общем, сейчас по верхам хочу пройти вон до тех вон кустиков. Может, там фундамент. Кто не ищет, ребята, тот не копает. А кто не копает, тот не ищет вообще. Нужно искать перспективные фундаменты, чтобы были находки. Так что дерзайте, ищите, откапывайте. Ну, а мы пошли дерзать. Ребят, помните, я вам при свете показывал тополь? Вот он, этот тополь, ребят. И Денис с той стороны, как и днем. Но у меня, ребят, верховой. Верховые 5 копеек. Сохран не домовой. Хотя, может, и домовой. 30-й год. 30-й год. Ну, бодрый. Бодренькая монета. Мы ждем Михалыча, когда приедет в этой темноте. Так что мы продолжаем. Пятачок есть. Итак, ребят, вон там в темноте видны были фары. Это Михалыч едет. И вот к приезду Михалыча Кавказец две монеты с этого шурфа, да, поднял. 30-31, что ли. Ну, зачетно. 20-ка. Считай, рамочник. Ой, щитовик. И это хорошая монета. То, что всего выпускался 4 года. И еще она у него. 20-ка. Ой, 10 копеек. Нормально. 2. Щитовичка. Good, 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 good. Вот такой фундамент, ребят. Вот с этого фундамента, пацаны, более 180 монет, Денчик говорит, подняли. Ладно, мы его продолжаем. Ждем старче нашего. Что он нам скажет? Может, что, какие перспективы, задумки есть? Он недаром нам сказал, едьте именно сюда. То есть, куда мы подъехали, к водичке. Говорит, едьте именно туда. Ну, посмотрим. Итак, ребят, теперь мы четвером. Кинг, Михалыч, Кавказ. И у меня монета, ребята, наконец-то. Вот она. 20-ка. Год. Сказать точно не могу. А, могу. 31-й. 31-й год. Пойдет? Пойдет. Михалыч там поднимает какие-то бронзовые изделия, хрен пойми. Там какой-то, блин,
типа какого-то ниппеля здорового. Ну и все. Вот так вот прошурфил Денис, и нет монет. Объем большой сделал. Монет нет. Михалыч всякую жбонь там собирает. Акинг у нас все. Нагонялся, набегался. Спать укладывается. Но нам еще рано. Ребят, кинг. Открыл глаз. Ребят, у меня находка тут интересная. Я сначала не понял, что такое. Но Михалыч, он как бы человек этим занимается, и мне сказал, что это такое. И это, ребята, тигель. Правильно, да, Михалыч? Тигель? Да. Если кто не знает, это, как и я сегодня узнал, это форма для литья металла. То есть вот в эту емкость. Плавка металла. То есть камушек жаростойкий. И вот смотрите, видите, какая форма? Форма для литья именно слитков. Может здесь золото, может быть здесь серебро в этом доме. Потому что дом шикарный был в свое время, мы его сейчас добиваем. Общая сложность, наверное, здесь больше 200 монет было. И вот такая вот штука откопалась. Осталось чуть-чуть, но нам его надо добивать, ребят. Надо добивать. Зачетная вещь. Конечно, я ее заберу. Для музея это хороший экспонат. Ребят, только что у меня был тигель. Наверное, минут 15, и выпал вот такой вот кругляшок. Я думал, что по размеру медаль. Я его тер. Что-то просматривается. Пацаны крутились. И в итоге я натер, смотрите. Сейчас я его смочу, и вы увидите через камеру, что я натер. Натер рубль. Ребята, смотрите. Слева на 7-8 градусов надпись. Видите, да? Рубль. И орел проглядывается. Но серебро так не может, ребята, в таком внешнем виде серебро не может быть. Грани какие-то затертые, поломанные. И это, оказывается, фальшивый рубль. Мы дом-то, ребята, шурфим-то фальшивомонетчиков. Здесь плавили металл и делали вот такие вот фальшивые монеты. Вот это да. Вот это номер. Соседняя деревня была, ребят. И мы там поднимали тоже фальшивый рубль. Может быть, это фальшивый рубль из этого дома. Офигеть. Вот это да. Браконьеров нашли. Что-то там у Михалыча звенит. Ладно, продолжаем. Ребят, только что я говорил, у Михалыча там что-то звенит. И назвенело у него. Ох, как у него тут яма, ёпки. Совет, да? Не вижу я. Да. Да, РСФСРовское серебро. Год 23-й. 10 копеек. Лучше 21. Зачет. У меня серебро, у Михалыча серебро. И у меня еще рубль. Где моя полтина? Ладно, продолжаем, ребята. Еще вот пятачок, он в принципе имеется. Дом вот так вот проходил. То есть пятачок вот он. Кавказец нас говорит: Пошли на другой фундамент. Ёшкин кот, тут уже, блин, звери кругом кричат. Есть, рыбы нет уже. Ну, видишь, рубль, серебро поперло. Серебро! Денис, серебро. Так что копаем. Ребят, страсти утихли. У нас сейчас тут было что-то. Кавказец, ребят. Смотрите, какой объем. Не зря копал. Вот это все копал. Что там, Михалыч? Да это отколку, что ли? Не. Ну-ка, дай-ка.
Ребят, почему я говорю от колокола? А, это, наверное, от этого. От умывальника. Держи. Почему я про колокол, ребята? Мы вот, смотрите, что откопали, ребята. Смотрите, что. Вот такую вещь. Зачет. Вообще. О, да он это, блин, с герб... Ой, с... что-то... Орел, что ли? Да, ребят, с орлом. Бубенчик там есть, нет? Смотри, орла. Блин, надо это выковырить что-нибудь. Ой, что-то там, по-моему, даже этот есть. Поковыряй, Дэн. Угу. Поковыряй что-нибудь с палочкой. Потому что этот есть. Ну ты не железкой же, блин. Да, что-то аккуратно это. Я во всей красе, ребята, я вам покажу. Потри перчатку вот эти, орлы. Сейчас. Орлы, потри. Да аккуратнее ты, как шкребыкаешь. Каждый день как будто откапываем такие нет, вещи. Нет. Хотя, ребята, в этом году я уже два откопал. Два колокольчика откопал. Один с надписями, один гладкий. Там язычок, что ли? Нету языка. А что это такое в центре торчит? Не знаю, железка какая-то, походу. Ну-ка, 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 давай. Блин, как новый. Смотрите, ребята, орел. Да это не орел, это курица. Да, это курица, ну, с одной головой, да, курица. Блин, посвети мне что-то это. Видите, да, ребята? Это курица. Раз курица. Два курица. Три. А там вот... Я не знаю, Блин, я не знаю, что такое. Блин, вообще зачет. Звенела на все деньги. На сколько звенела? Давай... Оставь. Ты не помнишь, что ли, блин? Он мне в руку выпал. 90-96. 90-96. Ну, эти дуси, они всегда железо так бьют. Смотрите, пальцем протираю. И смотрите, как классно курочка видна. Ну, в зале было частично. Здесь фундамент, ребят, одна зала какая-то. Вот прям копаешь, и зала залой. Огонь. О, ребят, а может здесь колокол этот и отлили? А? Рубль есть, колокол есть, и вот такая форма. Ну, форма все равно, смотрите, похожа на это, на серебро и на золото отливали. Но, блин, сегодня у Дэна вообще классно. Створка огромная, печная, и вот такая красивая вещь. Пуговица? О, блин. Я прям не насмотрюсь, ребята. Это бомба сегодня, ребят. Бомба. А сейчас давайте отвлекемся от копа. И я вам расскажу, что у меня в руках. А в руках у меня подушный колокольчик 19 века. Этот колокольчик исполнился на русских тройках. На протяжении около полутора столетий, с конца 18 до начала 20 века, подушный колокольчик играл заметную роль в народе быта. Они использовались главным образом в почтовых и курьерских тройках. Подвешивались вот дугой коренника. Правда, колокольчик применялся также в тройках частных владельцев. И часто эти тройки частников путались с почтой. В связи с этим были жалобы. В 19 веке русским правительством был введен запрет на использование колокольчиков для частных граждан. Ну, чтобы обойти этот закон, стали использовать подушные бубенцы. Звук бубенцов отличается от колокольчика. Послушаем звук колокольчика и бубенца. Вот так звучит колокольчик.
а это уже звук бубенца. Стоимость такого колокольчика 3-4 тысячи, но может достигать десятки тысяч. Все коротко, ясно и понятно. А сейчас возвращаемся на коп. Ребят, только что я показывал колокол, и я тоже какую-то хрень откопал. Смотрите. Тарелка латунная. Смотрите, какая беда. Там что-то выбито на ней? А? Нет, она... Алюминий. Латунь, ёпты. Это латунь, а не алюминий. Да. Офигеть. Становится все интереснее и интереснее. Латунь. Класс, класс. Смотри лопату, он с какой берет. Ребят, монета у меня. Снимаю, потому что не часто выпадают здесь монетки. Тем более, это монета 5 копеек. И год 32. 5 копеек, 32 год. Не знаю, сколько стоит, но вы уже знаете. Пойдет? Пойдет. Ребят, когда колокол подняли, когда подняли еще вкусняхи, я пацанам сказал, осталось найти бутылку с орлом царскую. И знаете, блин, счастье. Я сюда бил и ломал вот такие черепочки. Но появилась вот эта красавица чудная. Аптека с орлом. И смотрите, я впервые вижу такую бутылку с носиком. Вот это, да, вот эта бутылочка. Сегодня просто чумовой такой, знаете, коп. Сколько вкуснях подняли. Ну и я тоже, видите, при делах. Сегодня все отличились. Зачет. С носиком. Первый раз вижу с носиком. Ай-яй-яй. Че, еще один колокол? Выкопаю второй колокол и пойду спать. Ребят, вот здесь вот смотрите. Я до бревна дошел. Вот бревно лежит. И по очертанию вот еще дальше идет комната. Михалыч говорит, что он с той стороны фигарили, и ничего там интересного не было. Засыпка такая, знаете. Так, вот наша красота сегодня. А! И вот, возможно, можно туда попробовать. Опа, у Михалыча там что-то Ванюш красиво сигналил. Давайте в прямом эфире что-нибудь, что ли, откопаем. Ага, ложка. Черпала. Дуся там тоже что-то крякает. Ага, поймал. Ну, монета так, да? Совет. Нет, жгонь. Ну ладно. Итак, ребят, на этом, пожалуй, сегодня закончим. Откопали сегодня классно. Находки у всех шикарные. У меня бутылочка с орлом, у Михалыча, у Дэна колокол и створка печная с печатями. Откопали классно. Монеты я вам не показывал. Количеством мы не взяли. Ну, хотя монет есть немножко. Но фундамент, хочу вам сказать, был классный. По словам Михалыча, в прошлый раз с этого фундамента подняли более 250 монет. Сегодня немножко добрали. Выкопали немножко шикарных находок. Все вы видели. Завтра начнется новый день. И начнется новый фундамент. Так что приятного просмотра именно завтра. Ребят, Дэн меня позвал заснять, кстати. Доброе утро, доброе утро. Зашурфили новый фундамент. Находится вот в кустах. Кусты тут такие. И знаете, это вон она.
И это пятак, ёшкин кот, николаевского образца. Да, пятачок. Год 1800 какой-то. Здесь, не знаю, ну здесь вот под ушатанный, видишь? Имеются какие-то непонятные. И здесь немножко... Уставший. Да, уставший еще. Выгнут немножко. Ну зачетно, зачетно. Михалыч здесь, он с утра пораньше, раньше всех встал. Нас будил, а мы его, как говорится... Михалыч, иди. 1873 год. Иди на хутор покопай. Ну, он уехал. Мы, короче, были вон там, а он приехал туда на хутор. У меня пятаки не попадались. Да? Да. В общем, советы прут. У Михалыча один царь был там на задах. Вот у Дэна второй царь. Первый. Ну, я имею в виду второй с этого же фундамента. Не, у меня советы. У Михалыча один, у тебя второй. А, ты видишь, ну, в общем. Да, в общем. Да. Ну и советы прут, ребята, советы прут. Я уж не показываю, ну, банально, банально, советики. Смотри, как он звонит-то. Стабильно 97. 97, ребята, Деус. Пятаки. Ну, они так и сигналят, в принципе, и Катина тоже под 99. Фу, красота, ребят, хоть небольшой здесь тенек есть. Зачетно, зачетно. У меня, кстати, Михалыч, монета, да? Скоро медаль будет. Монета? Колодка. Колодка. Колодка великоотечественная или все-таки это? С тканью, блин. С тканью? Угу. О, ребят, медаль у Михалыча скоро будет, колодку нашел. Медная. Медная? Нет, в этом. В полосках? В лентах. В полосках? Да. Ну так, покажи на взгляд. По-моему, за красный, да, там? Красная, да. Красная. И посередине желтая. А, да, не. Желтая. Не знаю. Ну я пацанам видео сейчас вот это приложу, что означает красная, желтая посередине. Да, я вообще-то это заснимаю. И пацаны как бы уже узнают. А, красная, желтая полоса, да? Да. Широкие, ребят, широкие красная, желтая полоса. Не знаю, что-то первый раз я такие широкие полосы. Они обычно тонкие, а это широкие. На первой демонстрации рабочие выходили под красным знаком. С ним шли на штурм Зимнего. Красное знамя всегда звало вперед. И первым орденом Республики Советов стал орден Красного Знамени. За блестящую организацию перехода уральских партизан по тылам врага на соединение с Красной Армией, за личный героизм и мужество Василий Константинович Блюхер был награжден орденом Красного Знамени номер один. Дивизии под командованием Блюхера на фронтах гражданской войны в жестоких боях хранили отборные белогвардейские части. Теперь уже сам Василий Константинович вручал боевые награды. Прославленные полководцы гражданской войны награждались почетным революционным оружием с орденом Красного Знамени, высшим знаком боевой доблести. Вот, ребята, пока вот с этой маленькой ямки Три монеты. Пожалуй, сюда буду сбрасывать, пусть здесь лежат. Хабарок. Чё? Это чё, говорю. Так что погнали. Погнали вот в таких кустиках. Горим. А вот и медаль, да? Чё там, Михалыч? Ребят, я уже не вытерпел. Я уже не вытерпел. И решил запечатлеть это. У Михалыча монета за монетой. Сейчас был случай. Монетку вытаскивай. Опять что ли, блин? Я офигею. Он уже даже не смотрит. Ребят, я думал, он ошибся с номиналом. Нет. Оказывается, знаете, несколько секунд монета. Несколько секунд монета. Я вообще в шоке. Вот давайте я затрачу свое драгоценное время. Буквально на считанные секунды. И вот смотрите, пока я камеру включил, он уже три монеты откопал. Три. У него каждая прозвонка монеты.
И опять. У него, наверное, уже штук 30 монет. Если не больше. Если не больше, да? Как говорится, Михалыч, ткнул в то место, где была в полах дырка. И в эту дырку, блин, все свалилось. И вот Михалыч эту дырочку нашел. И в эту дырочку он пристроился. И хреначит монеты. С этого копа уедут двое. Трое. Жбонь, да? Сглазил. Сглазил. Да я хоть постою, буду сглажу. А то мне стыдно будет показать свои находки твои, бля. Я лучше буду стоять и сглазить. Вот с этого эпицентра, ребят, вот смотрите, метр на метр ямка. И глубина, наверное, полметра. Он поднял уже более 30 монет. С меня, ребята, под градом хреначит. Если вам видно, смотрите как. Хоть и нахожусь там более такой тенек, но с меня прям хреначит. А он сухой. Смотрите, он даже, у него даже майка не вспотела. Маленький трактор копает. Монеты ведрами гребет. Это реально. Ух ты, ребят, в прямом эфире царь. Пятак. Нет, пятачок. А, пятачок, ну-ка. А, да, пятачок. Блин, я думал, царь. Пятак 45-й. Ребят, 45-й. Дзинь-дзинь. Да. Да. Да уж. Там камушки есть, ребят. А? Я говорю, камушки есть. Давайте. Вон она монета. А, да. 10 копеек. А. Ты говоришь, нет ничего. Могу открыть тебе. 51-й год. Какой? 51-й. Бодрый. Дэн тоже подобрался к Михалычу. И Дэн тоже начал тащить одна за другой. А я, ребят, борюсь с печкой. Здесь печь была. Но около печи иногда бывают очень вкусняхи хорошие. Я думаю, что-нибудь все-таки у меня выскочит вкусняха. Помимо того, что у меня сегодня рубль выскочил. Вернее, вчера ночью. Стеклянная царская бутылочка с символикой. Я думаю, что-нибудь у меня еще сегодня будет. Ребят, монеты продолжаются. Такое ощущение, как будто на шурфе только два человека копают. Я одну, они десяток. Я одну, они десяток. Сейчас выпала вот такая зачетная вещь. Это отличник ГТО. Вообще зачет второй степени. И причем латунь. Эмаль, к сожалению, уже слазит. Ну, нормальный значок. Кто не знает. У меня значок. Еще у тебя. Да ладно, сейчас в лоб обе получите. Да, он рядовой. Рядовой? Да. Да ладно, рядовой, ты что, этот бегунок. Бегунок. Ух ты, блин, ребята, две подряд. А это бегунок с СССР первой степени. Ого. А, ну тоже что ли? Да. Скаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов, водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров. В 1931 году в СССР появилась проект о физическом воспитании граждан страны. Основной задачей стало заинтересовать население спортом. Для этого особо выдающихся спортсменов в том же году был придуман отличительный знак, имевший название БГТО – «Будь готов к труду и обороне». В декабре 1931 года выдали первые значки, отличившимся 35 спортсменам. К концу 1932 года значки получили уже почти 500 тысяч человек. «Будь готов к труду и обороне!» – зовет Родина. Будь готов пробежать 100 метров за 15 секунд, проплыть 100 метров, пройти на лыжах 10 километров, а там, где не бывает снега,
совершить пеший переход. Будь готов, будь сильным, закаленным, мужественным. Для получения такого значка необходимо было пройти испытания. Всего 21 испытание. В основу легли возрастные ограничения. А теперь значок БГТО получали дети от 14 до 15 лет, значок ГТО первой степени с 16 лет, а значок ГТО второй степени с 19 и старше. В последующие годы и возрастные рамки, позволяющие получить значок ГТО, этот диапазон составлял от 10 до 60 лет. В 1991 году знак ГТО упразднен, так как с распадом СССР исчезло такое понятие, как нормативы ГТО. Нормы ГТО-2 могут сдавать люди в возрасте от 19 до 45 лет и старше, причем без ограничения возраста. Но для пожилых людей нормы, конечно, установлены с учетом их возможностей. А готовиться к сдаче норм им лучше всего сообща, в специальных группах. Начали! Господи, я умираю! Ничего. Нагрузка невелика для вас? Два знака подняли прям за секунду. Купай, Саня, подари, у меня первое нет такого. Саня, подаришь? Ты что, Саня, тоже любишь? Его отреставрировать надо сначала. Вот так вот, ребят, всю информацию я приложу вам по этим значкам, если кто не знает. А? Ладно, продолжаем. Ребят, сейчас возьму лопату и Михалычу погребу. Блатарик. Кощей, блядь, над златом тянет, тащится, блядь. Рамыч. Сорок пятый год. А, 46-й. Дену там 2 копейки. Херня, скоро у них кончится это. Этот уголок, эта дырочка. У нас есть запасной ход. Я не снова ничего не будут находить, как и я. Опять там что-то сигналит. Задрал уже, блин. Нашел. Ну, сигнал не очень какой-то. Ну, совет, наверное. Совета нет. Жбонь? Капсу, наверное, да? Капсу. Я вот думаю, взять и вот так вот сделать. Знаешь, я все кидаю туда. Ладно, на, Михалыч, ставь двадцатку. Так, Саня, двигайся куда-нибудь. Да сейчас пошел. Все мои монеты выкопают. Да пошел. Ты мешаешь. Везде я мешаю. Если... Везде я мешаю. Минута промедления, все, Михалыч. Михалыч нашел, да? Вот минуты промедления. Вот так вот. Дэн бы туда лопату воткнул точно. Михалыч, это не твоя монета. Я копнул. А потом я копнул, значит, моя. Ух, там что, бля. Тревожка. Бля. Тревожка. Держи. Вот так вот, ребят. Включил камеру, одним файлом запечатлел несколько монет в прямом эфире. Сейчас еще одна будет. Дэн, смотри, где у нас Дэн. Монету забери. Монету забери. Михалыч уже монеты нет. Раздает. Нет, а сверху вот она. Нет, она не будет. Нет, говорит. Деус не говорит. У тебя Ваниш, а у него Деус. Выкопал, да? Да. Кто был прав, Ваниш или Деус?
А, ребят, Ваня же был прав. Конечно. Ты чего? Вон она монета. Сука. Не, ну, я еще не до конца его знаю. Это второй выход. Двушка 46. Если что. Второй выход. Красавчик. Пошли в... Там из кармана достал, думает, надо отнести. Смотрите, какая куча монет. У него просто штаны, ребята, отвисают. И он решил избавиться от них, ребят. Кто говорит, что мы подбрасываем монеты, ребята? Да, ребят, эти куча монет, блядь, с прошлого копа, ёпты. Михалыч, штаны, смотри, уже по колено отвисают, ёпты. И у Дэна, блин, немножко побои, немножко поменьше, но у него сумочка есть. Михалыч, Михалыч пошел вон скидывать их, а то тяжело ходить. Человек уже в преклонном возрасте решил убрать монетки. Ну этот преклонный возраст молодым, блядь, форум. Да, он работает как трактор. Хотя он вот такой вот кусочек, блядь, выкопал. А Дэн немножко побольше, а у меня, блядь... Нет, я, наверное, поменьше выкопал. Не, у тебя побольше объем. Нет. Да. Вот, а я еще больше сделал, но что-то, блин, воткнулся я не в нужное место на этот раз. Нужно, в печку. Да, у меня вот здесь вот, ребята, вот здесь вот у меня печь была, ребят, и я вон, смотрите, там куча кирпичей накидал. Вот. Ну, печи тоже иногда, ребят, хорошо дают. Особенно они хорошо дают по части бутылок, затем медали. И вот, ну, такая сопутка. А монеты, конечно, вдоль венца, где вот здесь вот Михалыч вдоль венца. И здесь как раз и наковырял. Михалыч изначально в конце кустов начал шурхить. О, от самовара. Угу, угу, угу. По хозяйству пригодится. Да. Между прочим, нужно запчасти есть от самовара, ребята, прям, ну, ценятся. Покупают на разборах и потом реставрируют самовары. Так что не сдавайте в цвет мед. Наберете кучку и потом... Лучше за хорошие деньги продадите. Это как совет. Так что имейте в виду. Ладно. Хорош болтать, надо копать. Ребят, Михалыч уехал в поисках нового фундамента, но он поехал вообще в начало деревни. Я залез Михалыча шух, поднял несколько монет, если не ошибаюсь, 4 или 5. И знаете, самое вкусное, интересное, вот она. Но я ее, конечно, лопатой засадил. Можно не тереть год, а с уверенностью сказать, что это 24-й. 3 копейки 24-го. 25-му и 23-му не суждено быть. Только 24-й. Ладно. Жара. Небо чисто, не облачко. И пекло жуткое. Итак, ребята, смотришь на горизонт, и горизонт плавится. Прям так вот бежит. Особенно видно вот на том вон поле. У меня монета. Это пятачок. Зеленка такая красивая. Но рядовая монета, 1946 год. Болячек язв нету на ней вроде как. После чистки монета будет красная. Придется ее, наверное, как-то... Ладно, пойдет. Пятак, зачет. Ребят, Михалыч говорит, за эту находку надо покурить. Вы, наверное, уже догадываетесь, что монета не рядовая. Михалыч штук 30 накопал, а вот ради этой монеты, которую откопал у нас Дэн, он говорит, надо закурить, а может даже и выпить. Монета, смотрите. Ох, а сохранчик-то неплохой, я считаю.
Смотрите. Медная копейка. Я знаю, сейчас вы напишите в комментариях. 24-й. Но кто часто меня смотрит, мой канал, знает, что у нас зачастую 25-е года. И смотрите. Та-дам! Уху! 25-й год! Та-дам! Классно! Ребята, третий выход, и это третья копейка 25-го. У Михалыча две было, теперь у Дэна. Дэн в нужном направлении. Идет, мучается. Находки у него тоже не особо идут, как и у меня, но... Блин, красавчик. Хороший, бодрый, бодрый. Поздравляю. А ты не веришь? Да, блин, я верю. Он Михалыч нервно закурил, блин. Тебе что, две монеты, да? Их, блин, вязанка. Да? Вязанка, ребят, у него вязанка, кстати. Итак, ребят, на этом фунде выпал у меня первый царь, да, по-моему? Да, вроде. Ну, я его лопатой заехал по нему. Но, знаете, я не расстроился, что я лопатой засадил. Вообще ни грамма не расстроился. Это 5 копеек. Знаете, почему я не расстроился? С этой стороны он убитый, ушатанный, по нему колохматили. А во-вторых, бабах, он игровой, ребят. Смотрите, какое большое количество риса, как постарались игроки над нем. А с этой стороны, видите, удары. Это монета об монету. Стучались об стенку, когда ударялись. Вот из-за этого на них такие вот вмятины. Правила этой игры, орлянка. У меня на видео есть, я показывал, как в нее играли. Даже в нее я играл. Прямо на видео показал все правила игры. Кому любопытно, можете спросить или найти у меня на канале это видео. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, пришло время с вами попрощаться. Пацаны раскладывают свои находки. Сейчас мы сделаем полный обзор того, чего мы накопали. А накопали мы очень много вкусняк. Прям зачетный сегодня выход. Собрали все монеты ведром, ребят. Ведрами гребли. Классно, классно покопали. Пацанам огромное спасибо, что вывезли на эту деревушку. Очень приятно. Фундаменты здесь дают. Ночью копали фундамент, который дал 250 монет. Даже чуть больше, наверное. Вот. И сегодня, вчера ночью мы добили. Колокол там подняли, на другом фунде створка. И, конечно же, я поднял очень вкусные вещи. По находкам, ребят, получилось вот так вот. Как говорится, монеты собираем ведрами. А то я где-то видел видео, монета собирает ведрами. Там у них, наверное, с десяток монет. Тут, ребят, смотрите, сколько монет. Смотрите. Вот это на самом деле... Собираем монеты ведрами. И это реали, ребят, с одного выхода. Ну, давайте по вкусняхам. Что у нас было интересного и вкусного по монетам? Что? Конечно же, крупная убитая пятак. Трешка царская неплохая. Фальшивый рубль. Не знаю, почищу, посмотрю. Ну, проглядывается надпись рубль и орел. Трешка 24-го, пятаки, советы, ничего интересного. Дальше что у нас тут еще? Вот копейка 25-го вкусняха. Самая, одна из лучших сегодня находок. Дальше пятак 1873. Двушка 24-й, неплохая, зачетная. Копейка 1897-го, советы, значки. Очень мне нравится вот такая тематика, металлопластика. Два значка. Огонь. Вообще огонь. Что еще? Серебро. Двадцатка. 23-й год. По-моему, да, и все. Больше серебрушка, по-моему, не было, да? Тихий, не было. Там где-то завалялся. Так. Где у нас колокол? Колокол где у нас? А я не знаю. Еще нет. Ребята. Вот такая вот сегодня у меня вкусняха. Такой
у меня нет еще. С носиком, с лейкой. Вообще огонь. Вообще. Кошмурдику, ребята. Ну, всякая такая, знаете, жбонь. Бутылочки. Интересная вот такая пломба. Вообще интересная, имеется надпись, что написано. Вроде как Москва, да, есть надпись? Угу. Да, Москва. Затем монеты, которые лежат. Смотрите, что здесь, ребята, смотрите, что здесь. Раз медаль. Вторая медаль. Третья и четвертая. Когда ее Дэн почистит, я думаю, он фотографию мне пришлет, как что здесь вообще. Ну, это, по-моему, Александр. Вот эти две медали, это, наверное, оборотные стороны медали. То есть раз медаль, два медаль. Возможно, это оборотные стороны. Ну, я могу ошибаться. Ну и сегодняшняя бомба. Ребят, Дэн, постучить на какой-нибудь железочке по ней. Как он звучит? Ой, оттуда что-то вываливается. Ну это я, короче, оттуда грязь да, вываливается. Да. Ну вот такая вот, ребята. Шикарная вещица, вообще шикарная. Огонь, огонь, огонь. Бомба. Несколько сегодня бомб. Колокол. Затем створка печная. И копейка 25 в очередной раз. И все на этом. Так что вот так вот. Будем прощаться, наверное. Очень жарко. У Дэна что-то голова разболелась, может, солнечный удар. И сейчас вот, наверное, купаться, может быть, там еще на фунде зависнем. Не знаю, посмотрим. Итак, ребят, мы остались. Кавказец уехал. Михалыч продолжает бороться с печью. Ну, находки есть, в принципе. Несколько монет отсюда поднял. Я думаю, скоро печь закончится и снова пойдут находки. Но я возле печи, с той стороны. Несколько советиков было, две трешки, и вот очередная монета, зеленая, желтизной, это 5 копеек, 52-й год. Ну, рядовая монета, ничего сверхъестественного нету. Жара жуткая, ребят, вообще жутко. Хоть мы и в кустиках небольших, но все же немножко жажду утоляем смородиной. В прямом эфире советчик сейчас откопаем. Что-то мой прибор реагирует. Ладно. Жбонь. Жбонь. Ну, мы что, продолжаем, ребят? Продолжаем. Итак, ребята, очередная находка. Круглая, зеленая. В общем, уже 10 копеек. Какой год? Не видно? Михалыч уже Ваниш так выучил, что он уже по ВДИ определяет номинал монеты. Рамочник. Рамочник, да? А здесь, ребята, пятнашка. Щитовичок. Зачетно. Год, к сожалению, сказать не могу. Да ладно, еще что ли? Жалко. Все, пропал? Ну да. Ладно, пойдет. Хоть камеру не выключай. Уже сколько, наверное, штуки 4 подряд. На этот раз что? Пятак какого года? 46. 46. Сегодня большое количество пятаков и все рядовые. Вот так вот, ребята. Вот чем нравится копать советские фундаменты, тем, что на них могут выпустить копейки 25-го, как сегодня у нас. Третий выход подряд вылазит. Затем 27-го
могут выскочить двушечки. Двушечки 25-го. Вот сейчас в прямом эфире еще одну откопаем монету. Да, вон она. Красавица, сука. Трешка, да? Вот, ребят, вот так вот. Михалыч бился-бился, с печкой бился-бился. И вот, поперли. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, смотрите, как мы уже шурфим. Здесь даже получается на пол штыка. Штык в пол штыка. И находки, смотрите, верховые. Пятачок очередной выскочил. 53-й год. Выскакивают пятаки и трешки. Да, Михалыч? Вот, Михалыч говорит, все, наверное, заканчивать пора. Ладно, еще минут 10-15 пошвыряемся. Итак, ребят, на пасашок Михалыч ушел. Знаете, на пасашок из одного выброса выпала вот такая вот крышечка, затычка, по-разному можно назвать, от бутылок с гранями заберу. И монетка. Я как бы двушки, трешки, копейки не снимал, но на пасашок копейка, ой, 3 копейки, 49-й год. Или 39-й вроде. Так что, все, ребята, шурф как бы не разворотили. Как я вам в видео уже показывал, что шурфологи творят. Вот у нас культурно. Ладно, погнали. Хотя шурфить еще полно, ребята. Ребят, перед домом решили освежиться. Кинг обожает купаться. Обожает. Слюпаться обожает. Как вы знаете, собаки дышат телом. Для него в такую жару это просто сказка. Да, кингу, сказка. Все хорошо, кингу. Ну надо ехать. Все. Надо прощаться и ехать. Да, малыш? Все. Пока-пока, ребят. Спасибо за просмотр, спасибо за внимание.